Всем привет, ребят, с вами я, Мегаволь. Сегодня мы продолжим играть в симулятор пчеловода. Да, я участил его выход. Нет, кстати, скоро... Вы знаете, то, что обновление вопрос... Точнее, я заново начну играть в Brawl Stars. Точнее, не заново, а снова начну снимать Brawl Stars, когда будет обнова. Тун-ду-дун. Надеюсь, все посмотрели уже Brawl Talk, потому что уже 3 дня прошло. Алло, Хьюстон, котлетка выйдет скоро или нет? Здесь выйдет. Не, ну кто знает, котлета, калета, русская комьюнити, подключайтесь к котлеткам. Не, ну потому что, не знаю почему, но... Не понял. Иди, знаешь, куда ты? Читер. Скоро вообще будет. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Это все. Семечку. Семечку-то за что? Не, ну он обнаглел. Семечки-то собирает. Тоже. Мне хотя бы семечки оставь, блин. Жадина говядина, пустая шкала. Кино. Я уничтожу тебя. Сказал таким эпичным голосом. Типа я крутой. На самом деле я не крутой. Аж стало обидно. Мне не хватает 2 семечек. Дун-дю-дюн. И у кого это самое хорошее? Как он сам? Кстати, могу сдать квест. Медведь. Десантура! Кто это самый везучий? Конечно, Виталик. В скобочках. Самый везучий Виталик. Кто понял юмор, ставьте лайк. 2000 меда. Не, ну могу заработать. Погодите, нужно еще продать. Все дела продаем. Хьюстон, help me. Где росток? Мне еще 2 семечки нужно. Где росток, кстати? Там где-то. Срочно туда нужно идти. Сдаем все, сдаем все. Давай, давай, быстрее. Ай, я не могу. Я не могу идти, у меня это. Все, могу валить. Давайте. Не понял. О, да, подключ. Не понял. К нам не подключаются пацаны, ладно. Кстати, ребят, сейчас будем пробовать баджекс. Бак. А, убрали этот цветочек. А, вы заклятые враги теперь. Это мои все пчелы? У меня столько пчел? Офигеть. Мистер Америка. Кто знает... Отсылку El Primo Punch. Не, в смысле, El Primo говорит мистер Америка. Американец. Американец. Интересно, погодите, я бак хочу. Денис, попробуйте. Ждем пацану. Пацаны, налетай, залетай. Это где? Ну, сейчас мы сдадим все, конечно. Ребят, давайте вот здесь. Хотя не. Мы сейчас наберем вот здесь. Ну, давайте тут уже набирать. Какая разница? Тут будем, короче. О, мне нужен пряник Леон. Ну что, кто смотрит Brawl Town, подпишитесь на канал, кто смотрит Brawl Town. Так, я ему сейчас хочу кинуть
как вот жить. Где он? У него какой ник? Покажите мне. Мне нужно узнать, какой у него. Он взял и свалил. Не, ну прикиньте. Взял и свалил. Не, ну кто так делает? Вот возьму и не буду. Все, я на вас обиделся. Может, он ушел сдавать это. Вот. Какой у него ник? Мне нужен. Какой еще раз? Я не увидел сразу. Да куда он уходит? Ладно, давай я сейчас здесь пока покупим. Ждем какого-нибудь прокачанного чувака. Снова я остановлю запись. Ну, точнее, не остановлю, а поставлю на паузу. Давайте ставлю на паузу, ребят. Ребят, короче, я собрал все 10 штук. Знаете, такую траву, которая, ну, которая дает всякие, ну, не бусты, точнее, а всякие вот такие вещи. Спасибо. А что это, кстати? Так, побежали испытать. Чисто так, интересно. Для интереса. А, это просто двое. Что ли? Ладно, побежали, значит, купим себе эту штучку. Дрючку. Может, у нас и на вторую хватит. Точнее, на последнюю наказ. Да, хватит. 30 тысяч нужно. Ну, еще 9 тысяч, конечно. Все, изи. Где спринт? Ладно, давайте сейчас попробуем добраться до желешки. Одна попыточка я делаю. Хотя, нет, две. Ребят, мы, оказывается, сюда... Мы здесь были, короче. Ну ладно, я сейчас хочу как раз себе прикупить, думаю, что-нибудь. Как думаете, сколько, кстати, стоит, ребят, последнее? 14 тысяч плюс 22 тысячи равно 36 тысяч. К этому мы прибавляем еще 30 тысяч. 66 тысяч? Я извиняюсь, 66 тысяч? Справедливо? Справедливо? Но копить мы будем еще в следующей серии. Всем пока. С вами был я, Мега Вольт. Пока-пока.